Ну что ж, вот мы и снова в нашем звездолете. И на сей раз нам нужно прыгать в новую галактику. Так, что мы в прошлый раз открыли? А что, ничего не работает? Планету открыли. О, тут даже нашли две. Какие-то формы жизни нашли. Интересные. Маяки. Так. Нам нужно теперь при помощи поискового двигателя прыгнуть куда-то. А как прыгать? Ага, во, карта. Теперь карта доступна. Регион пустота Ривалеп. Световые лет, текущее расположение, класс планет 6. Так. Ох, ё-моё, тут вселенная. Ну и как мне? Во. О, я могу куда угодно сигануть. Так, а куда мне надо? Путь к центру галактики. Е. Так, планет 5. Ну давайте. Полетим. О, теперь мы умеем прыгать от планеты к планете, к планете. Че, долго он будет лететь? Амфибиус так не сила, не сила приседает. Опа-на! Система Эквилидова галактика. Ух ты, там еще и корабли. Получить схему антиматерии. Создайте антиматерию. Давайте тамития наберем еще. Лишний придадим. Так, ну я думаю, надо залететь сюда. Мать, я знаю, где-то там еще набрать. Много. Летим на эту станцию. А как это самая система антиматерии? Где ее взять-то? Технологию-то это. Ладно, сейчас на первую ближайшую планету. Сейчас на станции посмотрим, что там есть. Потом на планеты. Залетаем в дырку. Так, ну я так понимаю, тут корабли одинаковые. Полетели, полетели. Вот разные, не разные. Еще никого нету. Заходите, грабьте, люди дорогие. Да, тут кейпас этот нужен.
слушайте. Галактика за окошком. Там тоже, да? Никого нету, я тебе тут буду хозяином. Даже ничего и купить, продать нельзя. Что за подстава? А там другой вход был. Он открыт, интересно. Вон еще один. Аля. Не, вот, ну, может, я такой корабль хочу. Как поменять? Не, от вас спас нужен. Ладно, полетели. Во! Завод какой-то. Где такой? Летим на завод. Тут нужно развернуться. Вот там сейчас мы и получим, я думаю, технологию. Антиматерии. Вот, четко зашел. На, бомби его, бомби. Так, почти на месте. Бомби его! Тихо, тихо, тихо. Над ним зависнем и прям четко сядем около завода. Зима минимальная, богатая, флора изобильная. Так, а у меня сканера нету. А я могу сделать сканер вообще, в принципе? Да, могу. Пускай будет. Что там? Новое существо. Создайте плазмомет. Эге. Давайте сначала сохранюсь. Так, у меня он есть. 400 патрон. Железо. Чего только нету. Богатая планетка. Я вам скажу. Соберите 13 желез, чтобы создать. Так, у нас есть.
Ой. Вали, вали дверь. Где? Надо быстрее, пока не завалили. Уничтожаем дверь. Валят, валят, пацаны. Давай, 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 немножко и спрячемся. Всё. Чё ты, епте, на-на-на-на. Сейчас перезаряжусь. Ой-ой, валим, 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 валим. Опа. Где-то под ногами я слышу бесконечный шум автоматизированных машин, выполняющих неизвестную задачу для известных хозяев. Мигает экран, на котором появляются буквы «Надо, надо, беги от Атласа, найди нас, надо, надо». Затем на нем отображается формула, с ее помощью можно создать собственную антиматерию. Взять формулу. Во. С этими знаниями я могу создавать варп-ячейки. Последняя часть головоломки, я могу путешествовать туда, куда захочу, или мне нужно за Атласом, или найти Надо и Пола. Изучена технология антиматерия. О, Геродий. Цинка нужна и электронный пар. Антиматерия и... Бариогенетические античастицы. Сила используется во многих системах звездолета. Так. Надо цинк. Чё ты залетел? Шёл вон отсюда. Завершён важный этап путешествия. Уничтожено стражей. Да-да-да. Так, мне нужен цинк. Вон они. Ну там где-то. Пойдемте поищем. Ой. Не та. Переключимся на добычу. Оп. Вон он. Цинк есть. Он еще. Так. Так, так, так. Нам нужна... Ой, не то. Варп-ячейка. Антиматерия. Антиматерия, цинк, электронный пар. Плутоний, удерживающая жидкость. Плутония нужна. Дофигища. А удерживающая жидкость, по-моему, в этом купается. Тут есть что с электричеством связанное? Надо вообще найти базу какую-нибудь. Ладно, цинк мы нашли. Надо купить удерживающую жидкость. Надо вообще полечиться. И плутония. Это платина. Памяти 9. Так, это на корабль. На корабль. Кстати. Технология заряжена. О, слушайте, я вижу этот самый камень. Камень, и где он, далеко? Вон камень. Кстати, щит. Чего только нету. Во. Покормить на тебе. Животина. Давать. И вон еще вижу камень.
Или не? Нет, просто камень. Нифига себе летают. Уже нашли вот этот. Сука, тут оказывается зверья. Новое открытие. Чище можно подпевать. Гиридий. Железо. О. Вообще на раз. А не вы вот этот не состоите. Тут-то зверюги ходят. Во, слушайте еще. Плутоний не нам нужен. Так, где корабль? Вон он. Возвращаемся к кораблю, наверное. Ух ты. Что там за чемоданы? Недалеко. Во. Какой-то амулет нафиг нужен. Технология заряжена. Так, нам нужна база, где можно купить ячейку. Так как на заводе ничего не купить. Просканируем. Тут есть. Вот какая-то есть штука. Сорок секунд. Пойдемте посмотрим, что это такое. Непонятная вещь. Садимся. Опа, опа. Че нашел? Завершен ложный этап путешествия. Лежачий. Опа. Я протягиваю руку и прикасаюсь к красивому камню. По-моему, мое тело проходит дрожь, а в моем сознании наполняется истина история геков. Мы хозяева галактик, смотрите, или космоса. Любой преклонит колено перед всесильными гекским доминионом. Мы... первороды, взгляни на наши труды и оставь надежду. Попросить помощи с языком. Я больше знаю о геках. Высокий. Геки к вам относятся лучше. Все. Это все.
Ах ты, собака. Так, ладно. Возвращаемся к кораблю. А тут что? Железо. Вот я изучал. Да. Растительность. Так, мне нужен какой-нибудь хороший такой. Ну-ка, сканируй. Есть что-нибудь еще неопознанное? Непознанное. О, вижу, слушайте, какая-то фигня. Еще какой-то завод. Сядем прямо около него. Садить. О, неплохо. Сел. Это я неплохо сел. Давайте сохранимся. Есть что поблизости? О, вижу, вижу, вижу. Надо пополнять словарный запас. Для этого побежим туда. Сначала туда сбегаем. Где он? Вот он. Стыковка. Слушайте, там еще. Что дали? За изучение слов? Сколько? 5 слов изучено. Так, еще один. Гек. Так, я, по-моему, еще видел. О, слушайте, там технология какая-то. Разведка системы жизнеобеспечения. Вот, и не изучен. Стой, падла. Кто еще не изучен у нас? Ничего себе. Где? Ночью тут лучше не тусить. Я так понял, да? Сейчас мы возьмем. О. Технология плюс один улучшение. Улучшение отражения тал. Метод отражающего щита. Ну, неплохо. Где чемодан-то? Сфера концентрации, это атласы опять нужны. Это. Так, от корабля, я так понимаю, далеко не надо уходить. Да и плюс надо сейчас это вскрыть сначала. Ты пошел куда-то. Температурная защита стабилизируется. Так, а тут, значит, у нас опять дверочку ломать на заводике, да? Блин. Ладно. Переключаем. Сейчас перезарядим. А чем она заряжается? Пушка-то это. О, да, в принципе, без разницы. Так, это улетел. Собака, он ему. Запущен.
Блин, пукан насовывает. Так, давай, давай, мы успеваем. Давай, 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 давай. Пушка хорошая. Все, уходим, уходим, уходим. Иди вон отсюда. В недрах комплекса явно присутствует какая-то неисправность. Все поверхности оскалены. Вода не щелкает и жужжит. Капля пота стекает по моему лицу. Запустить систему охлаждения. Лазер. Активировать поле подавления. Запустить систему охлаждения. Во. Индикаторы опасно гаснут. Станция оживает. Удерживающая жидкость. Углерод. О, я тебе могу эту жидкость сам делать. Че тебе надо, слышь? Плохо. А че такое? Безопас плазмомета Сигма. А, боезапас. Прикольно. Так, мне нужен углерод. А для этого... О, не-не-не. Для этого спилим елку. Итак. ЗБЦМ удерживающая жидкость. Сфера концентрации туда. А ща... Я думаю, сюда это все. Цинк, железо, титан. Удерживающая жидкость. Блин, многовато я сюда закидал. Технология заряжена. Технология заряжена. Платина. Дайте платину тогда выкинем. Так, дальше. Вот этот. И антиматерия. Так, создайте антиматерию, создайте варп-ячейки. Угу. Варп-ячейки. А сколько этих варп-ячейка надо? Уважаемые. Чего только нету. Где мой корабль? Так, значит, что еще я могу сделать? Еще давайте. А, не. Давайте тут сделаем. Так, теперь из этого... Вот эту. Из этой антиматерии. А здесь за антиматерии... Варп ячейку и перемещаем ее. О, есть, создал. Давайте зарядим двигатель. Открыть карту. А, ну это надо взлететь, я так понимаю, да? Взлетаем. Мочи, зверюк! Не хотят умирать. Что ж это они так? На взлет! Да, нужно побольше слотов как-то выбить. Итак.
Свободное исследование. Путь галактики. Класс. Текущее местоположение. Путь к центру. А как? Где путь к центру? Типа сюда путь к центру или что? Сюда вот это путь к центру, да? Ну давайте прыгнем. Тут что, планет 3. Планет 5, слишком далеко для прыжка. Ага. Писи такое. Подождите, нам нужно куда-то прыгнуть, я так понимаю. И как мне определить, куда мне прыгнуть-то? Во, сюда можно. Могу еще сюда. Я все назад. Ну давайте. А, не, с планет 3. Три планеты. А тут что? Да елки-палки. Так, планет 5. Давайте сюда. Летим! Так, вы совершили это открытие. Система. Авансов. Так, есть корабль. Возьмем. Возьми цель, чтобы сканировать. Инопланетный монолит. И где такой? Вон он. Ух ты. Полетели. Полетели до монолита. Атлас, найдите нас, услышите нас. Ничего себе. Летим четко на монолит. Вот он. Опа! Паркуемся. Мягкая простая. Флора нет, пустая. Конец знаний. Обнаружение. Вар. Что-то еще поизучал. 8 слов. Вот тос. Давайте изучим этот
Древний артефакт. Монолит Вайкин. Монолит безмолвно застыл на поверхности планеты. Он дитя иного мира, как я. После мерцания возвращается видение красного шара Атлас. Он снова говорит со мной. Но во мне возникает смесь восторга и ужаса. Когда я думаю, что, возможно, это мой создатель Атласа, предлагает мне указания, цель, смысл приобрести значительность в безучастной галактике. А мне нужно лишь следовать по его пути и выполнять его приказы. Я вижу стойки кода, наборы цифр, а потом странную конструкцию. И меня появляется стойкое убеждение, что если я отправлюсь в это далекое место, то меня ждет великая сила. Красный шар исчезает, а для меня остается путь, по которому я должен идти. Вверх по ячейкам. Офигеть. Прикольно, слушайте. А, еще не все. Там еще одно слово можно выучить. Где? Или показалось? Все. Понятно. Чё там система жизнеобеспечения? Еще зарядим. Что-то нам жалко, что ли? Так, у нас еще есть варп-ячейка. Надо к звездам написано разнестись. Ну-ка, давайте просканируем. Есть что интересного еще тут? На этой планетке. Ладно. На взлет! Запрещенное здание. Пойдем туда. Судьба ведет нас дальше. Даже на... Ух ты. Понятно. Но это потом. Давай сначала. Вот мне интересно тут вот. Раз уж мы тут. Давайте долетим. Ай-яй-яй, вот это меня занесло. Итак, мы на подлете. Где-то тут уже должна быть. Минута.
Ломай горки. 46 секунд. Нет, пока приземляться рановато. Заброшенное здание. Интересно, что за здание. Сейчас чекнем его. Что за горка, хотел сказать? На горке. За горкой. Есть еще что-нибудь? Вот она. Счет куда летели. Так, и так, что тут есть? Мелкий, минимальная, обильная, стандартная. Есть тут что? Ага, вон там что-то есть. Ну давайте посмотрим, что тут за здание такое заброшенное. Что тут есть-то? Может, ствол какой-нибудь такой неплохой будет. Плутоний. Пригодится. Где тут вход-то? Надо сохраниться. Это по-любому. Такое. Ничего не найдено. Ой-ой. Штука какая-то. Пластинку нашел. Так, полечились. Какая-то непонятная станция. Ничего тут нету, походу. А, не, вот что-то есть, слушайте. Покинутое здание. Это было словно живая рана, алая, с рваными краями, как будто это нечто вырвали из другого организма. Нужно было пройти мимо. Думаю, воздух этой планеты давно пропитался инопланетным зловонием. Но поверить это было невозможно, да и мое любопытство было уже на остановить. Было ли это нечто живым? Его поверхность оказалась влажной и упругой. Затем существо стало подвижным и медленно поползло прочь, перебираясь ясничками. Не нужно было его трогать. Пользователь определен. Терминал активирован. Открытие журнала данных анализа. В глубинах журнала данные давно погибшего странника обнаруживается закодированная информация. Здесь оставил что-то. Здесь оставили что-то, что должно помочь мне в моих целях. Усилитель щита Сигма. О, усилитель щита нашли. Все же неплохо зашел в это. Хотя, по большому счету, тут больше ничего и нету. Вот там что-то еще такое. Вопросик какой-то. Думаю, стоит заглянуть.
планета. Наверное, бесконечно могут быть звездные системы. Явление, путешествие. Начинающий. Ладно. А чё? Чё не взлетает-то? Так, где я видел вопросик? Вон он. Полетели-ка туда. Что там есть? О, на эту штуку. Садимся. Ух ты, неплохо так я засел-то. Что за аппарат? Плита Вайкин. Однажды этот странный инопланетный обелиск вобрал в себя отпечаток и цивилизации. Каким-то образом история Вайкина выходит наружу на моем языке. Странников пощадят, их путешествие через космос не будет мешать. Так решено. Того требует Хирка Вайкины, последует сужено. Сеть помощи с языком. Знаю о Вайкинах. Древние. Летим. Так, ну понятно, еще слово изучил. 10 слов. Какой я умный. Полетели. Так, у нас кончился полтоний. Это где-то будет СДА быть. Большая планета, а взять-то с нее ничего. Ладно. Гребем когти. На, бомби, иридий. Иридий толкнем. Так, нам нужно было куда-то прыгать. Путь к точке. Нет, не хватает для прыжка. Подождите. Свободное исследование. Путь к центру галактики. Ага. Путь к точке. Блин, как-то уменьшить можно? Во. Ну вот сюда. Так, еще какую-то систему открыли. Кораблик какие-то нужен. Торговый пункт. Слушайте.
Вот в торговый пункт я бы не против. Наружная радиомачта. А где какая радиомачта? Слушайте, так неплохо тут. Давайте там торговый пункт сначала. Давай, бомби!